Всем доброго здравия! Вы на канале Сандра Мастерицы. Сегодня хочу показать вам курочек, которых я навязываю для ярмарки. В основном я вяжу из ниток ХБ. Вязала я по уроку с YouTube канала «Уроки вязания Crochet and Knitting Lessons», но дополнительно добавляла свои ряды. Между рядами кукурузы вставляла ряды столбиков без накида. Все курочки разного размера в зависимости от ниток и крючка, но самое интересное в них то, что это игрушки с сюрпризом. Точнее, сюрприз в них можно спрятать. Также еще я сделала вариант курочки, в который можно положить сюрприз и после этого завязать шнурочком снизу.